Армения как военно-политический союзник России проиграла, Азербайджан как союзник Турции выиграл. Я думаю, что мы должны найти формулу такой интеграции с Россией, которая позволит быстро восстановить наши вооруженные силы. Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских СМИ в четверг, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. В продолжении он подчеркнул, что влияние Турции на регион усиливается. Рассказывая о затратах на восстановление армянской армии, Кочарян отметил, что эксперты оценивают затраты на восстановление боеспособности вооруженных сил Армении примерно в 3 миллиарда долларов. Нужно восстановить вооруженные силы как наиболее боеспособную армию в регионе, сказал Кочарян.